Что-то интересное, брат? Дверь заперта. Насколько я помню, чтобы открыть ее, нужно зажечь оба факела. Это мистический огонь. Горит он недолго. Получилось.
сзади! Сурово! Ты как, брат? Я вижу кубок. Посмотри. Хорошо, что ты знаешь руны, брат. С церемонии. Символ примирения. Мы пили из этого кубка, пока не стали подкашиваться ноги. Я призналась ему, что хочу услышать от Фрейра извинения. А Один сказал, другой семьи, кроме него, мне не нужно. И я ему поверила. Это порицание, которое мой народ выразил мне на свадьбе.
Враг слева! Как многое из того дня я хотела бы изменить. Я была так слепа. Вон, посмотри. Что-нибудь выяснил? Эмблема семьи Хюлли.
Одной из первых пострадавших в войне. Здесь мой венец. Он на постаменте у балкона! Сначала убьем этих существ! Твоя вещь. Символ преданности. После церемонии он каждую неделю дарил мне новый. Один красивее другого. Он перестал, когда я отказалась учить его старой магии. Мой народ тоже посылал мне дары, чтобы я не забывала свой дом. Но после рождения сына и они перестали.
Отсюда не прочитать. Пойдем обратно, рассмотрим получше. Я думала, что обрету покой. Но я ничего не чувствую. Может, успокоение нужно искать не в венце? Возможно. Слово не полное. Одной части не хватает.
теперь есть все слово, но отсюда все равно не прочитать. Пойдем обратно. Полегчало? Нет. Боль только растет. Неужто от нее не избавиться? Что еще мне сделать? Вон там появилось рунное слово, видишь? Флюга. Почему то, что за этой дверью, пугает меня больше всех врагов, с которыми я билась? Труднейшие битвы те, что бушуют внутри. Но в этой схватке ты будешь не одинока. Ты готова? Да. Вот он. Последняя связь с Асгардом. Мы вместе вонзили этот меч в колонну. Этот меч сковали для церемонии. Как символ нашего союза. Молна! Камень держит его. Чем глубже рана, тем прочнее связь. Он сказал так, давая обед. И был прав, мерзавец. Я навсегда прикована к Асгарду. К моему сыну. К валькириям. Это клятое царство мир Одина. Но он и мой тоже. Боль пусть заберет. Я не желаю хранить ее в себе. Этот меч был нашим наследием. Теперь станет моим. Это более подходящая роль.
Узнал что-нибудь? Что ж, это испытание мы одолели. Да, это важная победа для тебя. Что ж, это испытание мы одолели. Да, это важная победа для тебя. Что ж, это испытание мы одолели. Да, это важная победа для тебя. Осторожно! Ah!
Сзади! Берегись! Ну же, вставай, брат! Что ж, это испытание мы одолели. Да, это важная победа для тебя. Что ж, это испытание мы одолели. Да, это важная победа для тебя. Позвольте. Когда это ты спрашивал разрешение? Да. Просто благодаря вам я жив, так сказать. А я причинил вам столько боли, поставил в ужасное положение. За это, Фрея, я прошу прощения. Я тоже хотела покончить с войной.
Знаю. Но все равно, отныне я буду к вам добрее. Просите о чем угодно, я все сделаю. Я навеки у вас в долгу. Я это ценю. Хоть и тяжело общаться с таким несносным умником. Боюсь, королева, это я не смогу в себе побороть. Вон, посмотри. Теперь щит!
пойдет! Ты справишься! Прощай, лодочка.
Один спесивый муж как-то сказал мне, что нельзя изменить прошлое, только то, как оно на тебя влияет. Может, он был прав. Давно у меня не было возможности выговориться. Может, бог молчун еще как-нибудь меня выслушает? А пока во мне есть нужда. Если вам не нужны эмблемы ванов, я могу их забрать. Жалко было бы это потерять. Ну да, лавка открыта. Просто поглазеть зашел. Эта эмблема моя. А вот и два моих любимых бога. Брок. Семейные эмблемы? Беру. Кто-то должен их сберечь, раз ваны не уберегли. Ну, что делаем?
вот, так тебе ничего не оторвут. Удобно. Но у меня уже руки чешутся. Что нужно лесной ведьме? Ну что, решился?